Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты с стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. Вот оно, давайте попробуем выбить. Друзья, поставьте лайк, машалла, 21 тысяч лайков, просто лучше. Друзья, поставьте лайк, подпишитесь на канал, кто еще не подписан. Давайте попробуем, друзья. Кстати, как вам данный скин, как бы, как по мне, ну, прикольный скин, ну, я думаю, он красивый, друзья, но тащить будет ли с ним, ну, типа, тот лучше или этот, это уже вам решать. Я не понял, а для чего вот эта фигня сделала? И так-то звука ниже нету. Ладно, окей. Дальше, попытка 140. Давайте по 5 попыток будем открывать, друзья. 11 тысяч... Чё? А, не выбыли. 11 тысяч онлайна, друзья. 21 тысяч лайков. 21 тысяч 200 лайков добьем. Все, открываем следующий. У нас скин выпал. Понятно. Блин, как бы... Нам нужно вот эти кулаки выбивать. Ага, подожди. Скин у меня есть. Скин есть. Это, походу, нету. Давайте мы ее отправим в инвентарь, а остальное мы просто это сделаем, используем. Друзья, давайте используем вот так на обмен. Понятно, короче, нифига не получилось. Окей, следующая попытка. Еще один кулак у нас, еще эта вещь, она нафиг нам не нужна. А мы это уже можем взять, да, получается? Это берем и это берем. Окей, давайте следующую попытку открываем. У нас ничего нету, окей. Давайте еще... Отлично, еще один кулак. Пока что мне очень... Четко вообще идет, везет как бы. Идем дальше. Понятно, тут можно будет забрать у нас, получается, камень эволюции, блин, честь. У нас тут эмоция выпала. Уже сколько мы потратили? Мне кажется, даже 1000 алмазов не потратили. Или потратили? Не, не потратили даже 1000 алмазов. Пока что везет. Или потратили. Вот сейчас потратили 1000 алмазов уже. Че за бред? Почему не везет так-то, а? Давай-ка, ладно, обменять. Давай еще раз. Давайте дальше. Лаура. Мне кажется, сейчас это... Ассаламу алейкум, дорогой. Алейкум ассалям, брат. Помоги Леха. Мне, пожалуйста, мой младший брат просрал мой аккаунт, повелся на бесплат. Алмазы ПЖ, напиши админу, что... Брат, у меня нету таких полномочий, к сожалению. Если я был бы, я бы, конечно же, помог бы. Ну давай, выбивайся. Эй, чё он издевается? Мы уже 1600 алмазов потратили. Прикалывайся, что ли? А вот выбил один, отлично. Что за бред происходит, пацан? Дай-ка еще раз. Еще раз. Еще раз. Понимаю, окей, давай дальше. Вы что, издеваетесь? А ну-ка давай еще. Я не понял, а что нельзя отметить все, выбрать все? Пацаны, так должно быть? А все, фу, блин, я-то думал. Че, а так должно было быть, что ли? А подожди, комната же есть. Давай в инвентарь. А че, я комнаты просрал? Чат, плюс чат, если я комнаты просрал, да хрена. Ой, какой радостный у нас околок. Ну ладно, околок, подожди чуть-чуть, брат мой. Все задано. Блин, спасибо вам за данный, братан. Емать, он красивый, а ну-ка лупи. Емать, он красивый, минус точность, блин, как вы там? Емать, он красивый, Да ладно, серьезно, что ли? Что за бред получается, только что я не понял. Что тут творится? Опа, давайте... Ассаламу алейкум, возьмешь вперед 200 рублей, я новый ютубер. Сейчас, пацаны, зайдем, посмотрим, друзья. Кто еще не подписан на канал, подпишитесь. Сейчас посмотрим, друзья, на что спа.
нужно поиграть. Подожди, брата. Подожди, я не понял. А, она... Подожди, я тупой? Я реально тупой. Подожди, 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 Кась. Так и я кое-что хочу еще проверить. Не, не это. Ладно, короче, потом проверю. А ну-ка, сейчас посмотрю, друзья. Ема! Подожди! Понял, либо я такой косой, я не понимаю. Подожди, а... Чё, блин? Понял, окей, подожди, подожди, я догнать не могу пока что, я не догоняю. Чё? Я пока не догоняю, пацан, либо это херня, либо я бот. Алло, где я, бот? Подожди, подожди, я догнать не могу. Чё за херня с этой, блядь, оружием, блядь? Подожди, да, брат, я догнать не могу. Походу я был, бля. Бля, без скинов я лучше играл, чем с этим скином. А ну-ка, дай-ка я умру, Кась. Бля, мне кажется, я без скина лучше играл, чем с ним. Пацаны, бля, я без скинов лучше играю, чем с ним, алё. Бля, такие тупые зажимщики, бля, заколебали уже, бля. Ты тупое существо, блин, не этот, а вот тот, ты тупое существо, блин, нахрена вы заходите, блин, в эту тупую, блин, нахрена вы заходите, я не понимаю, нахрена вы заходите в тренировку, чтобы убивать в тело, это не рейтинг, тут не записывается никакой-то, тебе тут, блин, никто не дает, блин, тебе какие-то, я не знаю, блин, какие-то призы и так далее, блин. Тебе никто ничего тут не дает, блин, это просто тренировка. Какого хера вы заходите и зажимаете, блин, и убиваете зажимом? В чем прикол, я не понимаю, вы нормальные, блин. Люди заходят, нормальные игроки, в тренировку, чтобы тренироваться, а не чтобы заходить и зажимать, блин. Смотри, да, на него, смотри, да, на него. Вот ты существо, ты нахрена туда заходишь? Люди заходят тренироваться, учиться играть, а не зажимать. Нахрена вы заходите в тренировку, чтобы мучать обычных нормальных игроков, которые пытаются там научиться дать оттяжку, блин? Смотри на него, блин. На него смотри, блин. Гипопотам, блин. Смотри, да, на него. Смотри, смотри. А, блин, зажим. Меня еще сковородка убил, блин. Я не понимаю, друзья, нахрена они заходят сюда вообще, чтобы за 23 тысячи человек. Я не понимаю, для чего, блин, вы заходите. Ну, блин, пацаны, ну, как вам сказать, ну, блин.
просто как от этих игроков. Это невозможно играть. Пошел я в рейтинг, пацан, ну нахер, бля. Да это смотри, даун, блядь! Даун, блядь! Даун, блядь! Даун! Ладно, ладно. Блин, просто я выхожу, это просто... Это дурдом, просто дурдом. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, тебе всем удачи и всем пока-пока.